Здравствуйте, ребята, вы на канале Оля Рейнбоу, меня зовут Ольга. Кто следит за выпуском моих видео, знает, что мы с вами плели алфавит из резиночек, но немножечко не доплели, осталось буквально пару букв, переключились на плетение фигурок. И я хочу в скором времени доплести все буковки. И следующая буковка, которая у нас идет по алфавиту, это буква Ч. И сегодня мы ее с вами сплетем на рогатке. Итак, давайте приступим. Итак, подготовим рогатку и накинем первую резиночку на правый столбик, прокрутив 4 оборотика. Раз, два, три, 4. Опускаем резиночки, затем проплетаем цепочку из 5 звеньев, то есть проплетем 5 пар резиночек, накидываем первую пару и скидываем нижние резиночки с правого столбика. Опускаем. Накидываем вторую пару и скидываем по паре резиночек с правого и с левого столбика. Так, затем проплетаем третью пару, скидываем по паре резиночек. Затем четвертую. Так, и пятую пару. Так, цепочку мы проплели и из 5 пар резиночек. Давайте ее так расправим, поправим. Затем мы перекидываем резиночки с левого столбика на правый. Так, перекинули. И теперь возьмем одну резиночку, накинем на левый столбик и прокрутим 4 оборотика. Раз, два, три, 4. И сейчас проплетем цепочку из 6 пар резиночек. Накидываем первую пару. Скидываем теперь резиночки с левого столбика. Вот эти вот нижние резиночки. Опускаем немножечко вниз. Накидываем вторую пару. И теперь скинем по паре резиночек с правого и с левого столбика. Так. Снова немножечко опустим. Проплетаем третью пару. Скидываем резиночки. Так. Затем четвертую. Так. Пятую. И шестую пару. Вот у нас еще одна цепочка готова. И нам надо будет перекинуть резиночки с правого столбика на левый. Только мы перекинем две пары. То есть захватываем верхнюю пару, перекидываем. И следующую пару с правого столбика перекидываем на левый. И на верхнюю пару резиночек, которая у нас сейчас находится на левом столбике, скинем нижние две пары резиночек. Вот таким вот образом. Перекинули. И доплетаем нашу буковку. Доплетаем еще 4 пары резиночек. Накидываем первую пару. Скидываем по паре резиночек. Так, опускаем. Затем вторую пару. Скидываем резиночки. Третью. Так. И четвертую пару. Затем мы возьмем одну резинку, накинем на 2 столбика, скидываем по паре резиночек. Эту резиночку мы перекидываем на крючок, снимаем с рогатки. И затягиваем петлю, продев одну резиночку через вторую. И вот так вот затянули. И давайте посмотрим, что же у нас получилось. Так, расправляем нашу буковку.
И вот наша буковка готова. Надеюсь, все справились с этим плетением. А я сейчас хочу перейти к нашей рубрике «Передай себе привет». И летят приветики Томе Просоловой, Николь Баталиной, Арине Сергеевой, Нелли Смирновой, Алине Конеевой, ее маме Ане, папе Ренату и брату Диме. Также передаю привет братьку Артему, маме Марине, бабуле Лиде и дедуле Виталику. Привет Диме из Иркутска. Приветик всему 4 Г-классу из Рубцовска 3-й школы от Даши М. Привет Зиле Ахмадулиной, Лизе и маме. Просил передать привет Влад Шульжик, и привет летит его маме. Привет Полине Бойко, Наталье Сазоновой и всему городу Севастополю. И последний приветик у нас адресован Ире Долголенко. На этом приветики наши закончились. Кто хочет услышать привет в следующем из видеоуроков, вы можете оставить заявочку в моей группе ВКонтакте в теме «Передай себе привет». Ссылочку найдете в описании под видео. А на этом я уже с вами прощаюсь. До новых встреч в моих новых видеоуроках. Всем пока-пока!